Видимо, я стал ненормальным в этой жизни. Если увижу свет, точно там ему ответ. Вроде правильные, но встречают те же грабли. Я не ранен, парень, падаю выше грани. Вот на этом экране мы те же край. И я верю в эту, во вторую серию. За моим плечом то, что было моим мнением. Громко или тихо, мой ветер точно не слит. Давай лучше добрее среди этих дверей, среди друзей, среди улицы, что помню своей. Была дорога, что не похоже на решето. Все, что происходит, похоже, было решено. Жизнь не кино, пока не покрыта льдом. Порой облом, а потом тупо в лоб. Но я пишу альбом, и я замучен сном. Но не забуду записать спад или подъем. Сегодня та пора скорее думать по утрам, небо по утрам, вечерам свет ламп, любым светом обжигает тексты. Мое средство писать похожие мечты, увидеть картину целиком, будто я на мачте, на своем матче. Я веду свою игру, знаю, что мне надо, знаю, кто падла, но молчу. Я начну игру, вряд ли будет она в ищу. Вижу часто все под другим углом, из города в город всегда новый сон. Как еще объяснить свой внутренний нон-стоп? Прошу дух письма, не покидай меня. Ведь я верю, как и верил, что есть время что-то поменять, чем-то завязать, записать мысли в городе, что вдохновляет, и забыть, не разменять себя никуда. Как вроде в том городе, что в итоге свои роли, я где-то еду, где-то сам труда, где-то чувствую, что будет по-нутру. Как вроде в том городе, что в итоге свои роли, я где-то еду, где-то сам рулю, где-то чувствую, что будет по-нутру. Спасибо.